Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем играть в Mount Blade 2. Тут так получилось, значит, что я побегал. И вот что у нас получается. Захватили мы немного севера, практически весь. Заключили мир со Стургией. Мои лорды объявляли войну тестью Западной Империи. Я сбегал быстренько, заключил тоже мир. Кузаиты пытаются тут собрать восстание, воюют со мной. Вот у них тут 553 человека где-то бегает в какой-то армии. Поэтому пытаются они где-то отбить себе территории. Воюем мы с асираями. Асираи собрали армию, повели ее через восточную часть карты, а я собрал армию и зашел к ним с запада. Захватил замок и теперь движусь на их столицу. Начинаем осаждать город. Голосование за замок, который я только что забрал. 175, 75. Вот я потрачу 20 влияния, отдам ему. У меня с ним 75 отношений, я хочу улучшить. Смотрим, у них тут 526 защитников, 20 дней еды. Ну, я думаю, мы 1600 должны разбить. Так, первая требушета готова. Вторая готова в резерве к ее. Третья готова. Четвертая готова. Выставляем наши три бушеты в бой. Повысим немножко сплоченность. И понеслась. Хорошие тут катапульты, мощно бьют по моим требушетам. Одну стену практически разбили. Есть одна стена разбита. Так, уставы замка. Это новый у нас закон такой. Выдвинули мои лорды. Все хотят за это. Стоимость улучшения замка снижена на 20%. Так кто ж против? Тратьте свое влияние, меньше будете войну объявлять тестью. Поэтому я даже не против. Так, разбили вторую стену. И настало утро. 513. У нас получается в два раза больше. Накинем немножко сплоченности. И пойдем в атаку.
Что-то долго подгружается прям так локация. Ну. Да что ж такое, ну... Так, начинаем штурм. И все в атаку. Что будешь делать? А? Есть. Отлично. Фух, с требушетом прилетело там. Прокачали тактику на единичку. Вперед, 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 не останавливаемся. Что-то беспределят по полной. Все, разбили. 46 с армией, 11 в отряде. Прокачиваем бойцов, забираем пленных, которые решили присоединиться. Забираю всех пленных 159 с перебором. Мы в городе сейчас сразу его, точнее их продадим. Пустынная лошадь, нет, мне такое ничего не надо. Проявить милосердие.
таверне наемные наездники, выбрать пленных, которые будут проданы. Так, ассирайцев продаем. Это наш. Имперские лучники. Имперский копейщик. Прокачаем плутовство. Прокачали плутовство немножко. Так, у нас тут тактика прокачалась. Плюс один отряд присоединяется к вам, когда вы сражаетесь в убежищах бандитов. Вот это интересно. Войска в вашем построении получают 5% бонуса скорости передвижения, когда их меньше 15. Плюс 10 к размеру отряда. Ваша армия теряет сплоченность на 5% медленней. Плюс 10 к размеру отряда. Это хорошо. В убежище бандитов я и так уже зачищу. Я как терминатор уже могу чистить сам эти убежища. Так, пленных мы продали, наемников забрали. 57 тысяч в наличке, отлично. Так, копье отдаем. Тут так особо ничего интересного нету. 64, 77, 76. Так, еда. Еда, вино забираем. И все, что тут с еды осталось. 57, почти 58 тысяч ложим в копилочку. Так. Немножко тут отдохнем. Голосовать за город. 100%, 69, ага, 75. Вот за него мы проголосуем. Отдадим ему этот город. Так, и армия пошла к замку. Так, у меня тут здоровье 97. Забежим на кузницу, сделаем себе копии. Хватит, смотрим, сколько тут в армии людей. 552. Мы попробуем ее подзагнать. Давай. Объявить в батании. Вот это такого у нас давно не было. Правильно, еще и ботании объявить. Ну, загони. Он такой поднабрался. Молодец какой, а. Так, сплоченности накидаем. Такой прям готовится с нами посражаться. О, 1100.
Ботании объявлять войну? Если нет, 4800, у меня 3300. Вот это очень грамотное решение. Моих войн, моих лордов объявлять Ботании войну. Так, Асирай 4, Ботания им даже меньше 3. Кузаиты вообще ни о чем. Так, что у нас тут на глобальной карте? Этой Ботании тут наши осадили город хорошо. Тут мы ничего не потеряли. Тут еще одна армия наша подходит. Так, мы сейчас обманем его. Вот еще одна армия идет. Так, осаждаем замок. Он должен пойти на ту армию. Схлестнуться с ней. А нам надо идти, будет, наверное, с Ботанией разбираться. Сейчас захватим этот замок, посмотрим, если наши захватили тот город. И можно будет с Асираем заключать мир, идти разбираться с ботаницами. Западной империи. Так, да, надо тут вязать уже, бежать срочно на континент и мириться с ботанийцами. Сейчас они еще Западной империи объявят войну, будет вообще весело. Давай чуть-чуть есть. Пробили стены. И под утро идем в атаку. Сейчас еще чуть-чуть берем вот эту катапульту и возглавляем шторм.
Отлично попал. Снял. Стрибушета прилетела, прокачал тактику на единичку. Сейчас мои двери откроют. Пленные хотят присоединиться, забираем их. Смотрим, кого мы тут можем взять из наших. Получается только двоих. Ну, нормально. Так, еды в замке нет, лохмотья нам не интересны. Проявляем милосердие. Покинуть замок. Так, осадил он город. Сплоченность упала. Сейчас я не буду. Так, Западная империя. А-а-а. Если нет, 3800. Понятно. Извините, тесть. Сейчас приду, денег принесу. Что там еще они хотели? Так, они вообще этот город отбили? Да кто там отбил? За замок. У него один замок, три замка, замок и город. Убери себе замок и идем отбил он столицу обратно. По этому городу. Вот мои лорды мне подлаживают все время какую-то нехорошую штуку. Ладно.
ладно, псами там что-нибудь делали. Одна стена разрушена, они не отстроились. Бегом на штурм. То будет очень нехорошо заключать мир и этот город потерять. Вперед, вперед, вперед. Ты что ж ты будешь делать? Все, не хочу я стрелять. Все равно не попадаю. Сердце. Распускаем в этом городе армию. Теперь срочно нужно заниматься политикой. Так, где он тут повел свою армию? Он уже замок отбил обратно. К воротам, запросить встречу, никого тут нету. Ладно, занимайтесь там. Надо срочно международные отношения налаживать. Так, есть я замок. Надеюсь, тут кто-то будет. Вам нужно, кто будет владельцем. Так,
все равно, кто будет владельцем после того, что вы тут натворили. Владельца, блин. Никого нету в замке. Так, срочно в город. Фух, хоть кто-то тут есть. Привет. Отношения хорошие, плюс 13, отлично. Наши фракции должны заключить мир. Вот тебе, что ты хочешь. 91 тысячу, да, конечно, ребят. Тестю привет. Так, теперь ботанейцы. Где эти бедолаги? Вот что это такое? Осада. А, понятно, что осада. Архонт, ух ты. А ну сейчас сохранимся. Сейчас тут быстренько решим. Да на, забирай. Там его все равно сейчас отобьют. Стургия. Так что, я из Вландии воюю или что? А, это... Нет, это я. А когда мы... Когда мы это всем войну пообъявляли? Мудаки, блин. Так, ладно. Сохраниться. Может, сейчас лорда переманим. Привет. Так, есть что обсудить. Предложение. Я тебе вот подарю такие вот палки. О, у меня было с ним минус 33. Вот это да. О, проценты удачи. Критический провал. Понятно. Даже называется «Не подходи ко мне». Ну так и так. Не хочешь? Не будем подходить. Так, первый у меня кто? Валандийцы поближе есть, надо с ними заключать мир. Никого в городе нету. Скорость у меня 4,6, у него 4,5. И кто это мне объявил войну? Северная империя. Она еще живая где-то, это Северная империя. Да постой. Мне просто поговорить. Куда ты вот это несешься? Да подожди, что ты такой быстрый? Привет. Есть что обсудить? Копье хотите? Блин, много ты копий хочешь.
Так, ну уже полегче. Злые ботаницы. Никого в замке нету. Вот парень какой-то. Трусливый-то, подожди. Такой типа. Да я тут вообще с мародерами дерусь, да? Подожди, быстрый какой, без лошади, а? Это еще девушка. Привет. Так, наша фракция должна заключить мир. Что тут, да? Вот тут у меня вот есть броня такая крутая, а? Так, смотрим. Ботаница. Так, северяне, ладно. Кузаиты. Так, где тут у меня вкладочка дипломатия? Стурия северная, ну это понятно. Вот это два лузера. Этих я не боюсь. Асирай и Стурия. Ну, вот Стургию можно и погонять. Так, надо зайти в город. Посмотреть, что у нас с едой. Провести инвентаризацию. Так, торговля. Зерно вообще все съели. Так, перебора нету. Один гарпун отдадим. Еще положили 61 тысячу наличкой. Так, 277, 304 я могу уже вводить. Ну, нормально так. В таверне у них наемный стражник. Это нам не интересно. Так. И вот Стуржский замок тут есть. Пойдем посмотрим. Сейчас еще посмотрим тут наемников. Ботанисты, вооруженные торговцы. Торговля. 364 копейки у них тут. 364 монеты. Ничего себе, у них вообще денег в этом городе нету. Так, тут армия идет. Мародеров у них тут развелось. Двести 223. Да многовато как бы для замка. Не буду я атаковать замок один к одному. Может заключить тоже с ними мир. Довернуться и разодрать Асираев. Нету тут никого, с кем можно было бы поговорить. Ладно, оставим в покое сейчас все, подумаем. И уже запишем следующую серию. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. И до новых серий.